В Иране в возрасте 82 лет скончался бывший президент страны Али Акбар Хашими Рафсанджани, один из ведущих политиков страны 80-90-е годы прошлого столетия. Как сообщают местные СМИ, Рафсанджани умер в результате инфаркта. Мы потеряли одного из величайших сторонников революции, друга Аятоллы Хомейни, друга нашего лидера. Он заботился о народе, он всегда думал о народе, и народ отвечал ему взаимной симпатией. Я просто не могу поверить, что его больше нет. Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год, а в 2005 проиграл на выборах Махмуду Ахмадинежаду. Он считался консервативным прагматиком, который был готов улучшать отношения с Западом. Рафсанджани был сторонником расширения гражданских и политических свобод в Иране и выступал за освобождение политических заключенных. Бывший иранский президент также был инициатором начала работ по созданию национальной ядерной программы. Али Акбар Рафсанджани будет похоронен в Тегеране завтра. В стране объявлен трехдневный траур.